Область получила первую довольно крупную партию вакцины против ковида для подростков. 2400 доз «Спутника М» были доставлены в кузове фургона в больших транспортных контейнерах с внутренним охлаждением на областной фармсклад. Там коробки с ценным грузом без задержек переложили в специальные холодильные камеры. На складе упаковки с молодежной вакциной еще раз пересчитали и расфасовали на небольшие партии, чтобы гонцы из детских поликлиник в термокофрах развезли их по всей губернии. Вакцина предназначена для проведения профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Сегодня, в соответствии с распределением Министерства здравоохранения Свердловской области, вакцина поступит в медицинские учреждения Екатеринбурга и области. А условия хранения и транспортировки вакцины при температуре не выше минус 18 градусов, а нарушение температурного режима при транспортировке допущено перевозчиком не было. Специалисты утверждают, что вакцина для подростков аналогична известному спутнику ВИ. Только концентрация антигенного состава в ней в 5 раз ниже. Как и гам-ковид-вак для взрослых, молодежная вакцина двухкомпонентная. И промежуток между первым и вторым уколом те же 3 недели, 21 день. «Вакцинация для подростков абсолютно добровольная и проводится с согласия родителей», написал губернатор Евгений Куйвашев на своей страничке в Инстаграм и уточнил, что задолго до поступления вакцины некоторые школы готовились к вакцинации, проводили опросы, и многие из родителей уже дали согласие на прививку. Понимая, далее цитата от губернатора, «насколько важно защитить от опасного вируса не только себя, но и своих детей». Конец цитаты. Сейчас губерния ожидает следующие партии «Спутника М». По информации вице-руководителя регионального оперштаба по ковиду Павла Крекова, первыми подростковую вакцину от коронавируса получат крупные города Свердловщины – Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Предполагается, что на Свердловщине будут вакцинированы не менее 60 тысяч подростков.